На Рыбинском водохранилище утонули рыбаки. Двое друзей, один ярославец, другой костромич, приехали в яхт-клуб в микрорайоне Переборы. Там они оставили автомобиль, сели на снегоход и по тонкому льду отправились в Никаузский район. В планах была подледная рыбалка. По словам родственников, рыбаки выехали около 11 часов утра, а через некоторое время на связь не вышли. В поисковых работах задействовали Рыбинскую ГИМС, два спасательных отряда и полицейских. В Никаузском районе в акватории Рыбинского моря сначала нашли тело одного мужчины, а тело другого обнаружили спустя 3 часа.